Приветствую вас на канале «Современные родители». Свои видео я посвящаю гаджетам, технике и просто полезным вещам. Сегодня у меня на обзоре кухонный помощник Blender Redmond RHP 2942. На эту модель достаточно высокий спрос. Но давайте обо всем по порядку. Для начала подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Чтобы вам было удобно, я сделала подборку ссылок на выгодные цены. Оставлю ее в описании. Буду рада вашим комментариям и лайкам. А теперь начнем. Blender – это компактный многофункциональный прибор 3 в 1 из серии Chrome in Black. Благодаря сменным насадкам способен выполнять работу нескольких кухонных устройств – блендера, миксера и измельчителя. Подготавливая ингредиенты для самых разных блюд, вам больше не придется тратить много времени. Прибор позволит смешать, взбить и измельчить продукты в считанные минуты. Используйте погружной блендер, чтобы приготовить питательные овощные и грибные крем-супы, разнообразные соусы для спагетти, картофельное пюре и многие другие блюда. В комплектации прибора предусмотрен стакан для смешивания объемом 600 мл, который прекрасно подойдет для приготовления 2 порций молочного коктейля или витаминного смузи. Специальная насадка-венчик позволяет использовать устройство как миксер. С его помощью можно взбивать яйца, готовить жидкое тесто для блинов или взбитые сливки для украшения десертов и выпечки. Благодаря блендеру вам не придется вручную измельчать чеснок, лук и другие овощи для приготовления соуса или самостоятельно нарезать мясо для небольшого количества диетического нежирного фарша. Просто выложите необходимые продукты в компактную чашу и нажмите кнопку. Острый S-образный нож подготовит ингредиенты максимально быстро и качественно. Хотите довести пюре, тесто или мусс до идеальной однородной консистенции? Используйте режим турбо. Прибор начнет работать на скорости 16 тысяч оборотов в минуту, с легкостью справляясь даже с твердыми кусочками продуктов. Если превысить рекомендуемое время работы блендера, система автоматического отключения остановит работу прибора. Это защитит двигатель от перегрева и предотвратит поломку устройства. После того, как блендер остынет, он снова будет готов к работе. Я отобрала основные особенности, о которых говорят пользователи этой модели. Сначала отрицательный. Пластик корпуса не очень качественный. Насадка, в которую вставляется венчик, очень низкого качества. Все внутренние шестеренки пластмассовые. Не делает сахарную пудру. Громко работает. Маленький стакан для миксера. Неудобные кнопки, нужно сильно нажимать. Теперь перейдем к положительным. Мощный, со всеми задачами справляется на ура. Идеально измельчает мясо, орехи. Хороший блендер по хорошей цене. Очень удобный, острые ножи. Прекрасно лежит в руке, кнопки прям под пальцами. Регулировка скорости. Вся комплектация товара отличная. Фарш делает моментально. На этом обзор подошел к концу. Всем спасибо. Если вам есть что сказать, то, пожалуйста, сделайте это в комментариях. Буду рада вашим мыслям и, конечно же, лайкам. А теперь самое время подписаться на канал и включить колокольчик. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании. До скорой встречи на канале «Современные родители».